Вот. Ой, все работает, блин. Он описался. У нас тут роутер описался. Помогите, пожалуйста. Маленький ЗСОнчик. Блин, описал меня. Короче, это интересно выглядит. Это, знаете, как надо? О, весна пришла. Как видите, одна из, наверное, лучших подсветок на русском ютюбе. Может, что-то стримить, либо, не знаю, контент для взрослых на нее снимают. Это может быть, да, прикольно. Всем привет, дорогие друзья. Поставьте обязательно этому видео лайк, пожалуйста. И проверьте цену в описании и в комментариях на iPhone 8. Отличная цена вас ждет. Пожалуйста, вам не сложно, мне приятно. Я вам сегодня покажу распаковку вот этой всей техники. Ее здесь овер до хрена. И, кстати, могу вас официально приветствовать в огромной распаковке техники номер 3. Мы уже до третьего выпуска добрались. Пожалуйста, сегодня все для вас. Посмотрим, поговорим. Сегодня даже будет, ну, я не сказал бы, что распаковка, но 32-дюймовый монитор. Да. Хотя вы его уже видели на канале. Ладно, конечно, поехали, заставка. Сегодня ни один из тех товаров, которые буду показывать, вам не рекламирую, потому что в этом видео я только вот на ссылочку в описании попрошу вас нажать, вот, и поставить лайк. Те, кто не поставили лайк, у меня есть пульт управления подписчиком, что вы думали, заказал тут с Алиэкспресса. Смотрите, оп, все, лайк поставили, красавчики. А для тех, кто все еще не поставил, есть вторая клавиша, комбинация. Опа, все, теперь все поставлено. Ладно, что-то это, в интерактиве завис. Давайте усаживаться и смотреть. Да, меня даже отсюда не видно. Сегодня поднабрал вам вон кучу всякой техники. Та, которая у меня уже на самом деле была. Тут я немножко схитрил. Вот, к примеру, вот этот монитор. Ладно, давайте мы его сейчас оставим. Здесь у меня и новая подсветка, и новые наушники, и коврики для мышки, и стабилизаторы, и даже телефон есть. А еще есть замечательный, офигенный, здоровенный роутер, который еще даже не смотрел. Так, все мы это дело убрали. Хотя нет, еще не все. О, вот это все убираем. Сейчас по очереди вам все покажу. Так, монитор, он сегодня врезает, вон там его видно. Короче, ребят, это ноутбук хотел сказать. Это монитор HP Omen. Он уже светился у меня на канале. И все дело в том, что я его планирую поставить на свою новую студию, как я ее называю. Вот, на новое рабочее место. Он там будет стоять, наверное, один, потому что второго у меня такого нету. По бартеру все давали. HP красавчики, сделал обзор, оставил у себя, вот, и до сих пор стоял у меня на балконе, тогда все немножко плевались насчет того, что, Ирюх, зачем ты свой, вот этот телевизор, который сзади, ты его, типа, снял и поставил туда вот этот, типа, телек прикольнее смотрелся, знаю, ребят, я потом снял, он у меня стоял, я думал, что с ним делать, потому что вот это, на самом деле, круто, когда блогерам дают и оставляют, вот, пожалуйста. 32 дюйма, HP Omen, ну, блин, опять, я почему-то все хочу ноутбук назвать монитор, но вообще, похоже, название здоровенный, вот, вот так вот, тяжелый. Единственная хрень, что он не регулируется по высоте, ну и да ладно, то есть его поставил, все, он стационарно стоит, 2560 на 1440, 32 дюйма. Что это хорошо, когда по бартеру все действует. Вот так на YouTube прикольно. Кстати, очень многим блогерам тоже по бартеру все дали. Мне достался монитор. Клавиатура HP Omen. Уже тоже делал на нее обзор, но не было распаковки. Но так как я хочу немножко схитрить и сделать, ну, как бы массовую распаковку, вот, и взял сегодня в этот выпуск. Не знаю, буду я ей пользоваться, не буду. Клавиатура как клавиатура. Подсветки здесь, конечно, немного на ней, но это же распаковка. Поэтому все по чуть-чуть. Называется она, сейчас я память свою освежу, Omen Keyboard 1100. О, название Keyboard 1100. Тоже осталось у меня, все дело по бартеру оставили. Не знаю, что я с ней буду делать. Может разыграть, может не разыграть. Напишите в комментариях, что делать. Она довольно-таки громкая, она прям очень громкая. Механика и охренеть, какая громкая. Что здесь за переключатели стоят? Опа. Так, это у нас Гри... Я, кстати, в обзоре неправильно сказал. Это у нас Гритек. Гритек стоят.
синенькие переключатели. Я что-то через сказал. Ну ладно, все люди ошибаются. Не так ли? Ну, нереально просто играть. Она самого немножко раздражает такой звук. Как бы она сама по себе прикольная, но звук очень раздражает. Окей, ну осталось у меня. Ладно, того, чего вы не видели. Давайте. О, вот этого точно не видели. Охренеть штука, здоровенная. Что это такое? Это маршрутизатор, роутер. Вы заметили, сколько здесь антенн? 8. Стоит 22 косаря. Такая большая штука. Я их пауком называю всегда. То есть, когда роутер здоровенный, реально паук. Так. Тоже ко мне приехал. Остается у меня. Я же могу с вами поделиться такой информацией. Тоже по бартеру. Вот, так что оставлю у себя. Наверное, тоже на студию поставлю. Ну, сделаю видео, потом расскажу уже со временем, как это все дело работает. Давайте по... Ну, зарядное устройство, кабель. Здесь ничего интересного нету. В таких видео я могу с вами поделиться. Как бы это все по чесноку. Вот, оставлю у себя. Блин, 22 косаря, серьезная вещь, мне кажется. Ну, покрытие здесь должно быть, конечно, шикарное. Ну, когда ты смотришь на эти антенны, не знаю, какое оно будет по факту, но когда ты смотришь на роутер, у которого 8 антенн, согласись, что выглядит это прям, ну, зловеще. Плюс, вижу, его можно повесить на стенку. Сюда Ethernet подрубил, 4 лановских порта гигабитных. И что я еще прочитал здесь, кстати, ну, USB 2.0 и 3.0. Что прочитал на коробке, здесь 3 сети он создает. То есть, что это значит? У нас... 3 band, вот видите, 3 band. Ну, MU MIMO технология нам позволяет сразу 4 устройствами одновременно там, типа 4 канала делать, насколько я это знаю. 3 сети. Моя сетка стоит из 2 сетей. Сейчас у меня Asus AC88U, по-моему, называется роутер. И там 2 сетки, 2.4 и 5. А здесь у нас одна сетка 2.4 ГГц. Ну, там пропускная способность 1000 мегабит в секунду. И две сетки 5G. Блин, 5G, почему я назвал 5G? Ну, короче, 5 ГГц. Это я что-то 5G. Короче, две сетки по 5 ГГц. Назвать их можно по-разному, но общая пропускная способность, я сейчас не помню, там по 5, сколько там, скорость 1500... А, 2167 мегабит в секунду. Итого у нас получается там где-то около 5400 мегабит в секунду. Пропускная способность вот этой штучки. Зловеще. Вы, кстати, можете написать в комментариях, на что вы хотите увидеть обзор первым. Ну, или не обзор, а видео. Можно по-разному называть. Можно называть обзором, можно назвать это видео. Как хотите. Дальше. Прям пишите, хочу вот на это увидеть обзор. Я уже там буду ориентироваться туда-сюда. Это персональный кондиционер. Как бы страшно это не звучало. Персональный кондиционер, который ставится на рабочий стол и подрубается, я так понял, еще прям к ноутбуку, либо от портативной зарядки его можно запитать. Вот такая чисто индивидуальная вещица. О, так, давай, так мы сюда кинем. Смотрите, здесь у нас где? О, здесь у нас есть вентилятор. Сюда заливается водичка, фильтр мочится, ветер дует, продувает и здесь охлаждает. Сенсорное управление здесь. Ну, сейчас я подрубать не буду, потому что это у нас распаковка. Вот. Ой, водичка. Я уже включал один раз, проверял. Все работает. Блин, он описался. Фак. У нас тут роутер описался. Помогите, пожалуйста. Маленький засуончик. Блин, описал меня. Затекла вода. Ладно. Короче, весь мокрый. Мышка Razer Abyssus Essential. Стоит что-то в районе 3500 рублей. Ну, вообще мне нравится, как Razer себя позиционирует. Мне у них, ну, логотипы зеленый цвет нравится. То есть вот по внешнему виду, по упаковке могу подойти к этому, что компания мне нравится. Насчет продуктов ничего не могу сказать, особо никогда не тестировал. Вот мышка. Классический строгий дизайн. Вот здесь вот снизу подсвечивается. Да, в принципе, все, матовый пластик. Логотип мне нравится. Вот, вообще просто как вот
Самое, знаете, вот стильно. Razer такой на зеленом фоне. У них, в принципе, все продукты такие вот прикольные. Вот, насчет подсветки и особенно насчет, ну, как, тактильных ощущений. Я вам так сразу ничего не скажу. Ну, обычная мышка. Вот и все. Длинный кабель. Что еще можно сказать? Мышка. Сколько мышек? О, наклейка есть. Люди покупают вообще разные мышки. Мне кажется, купил мышку и лет на 10 на одной мышке делай что-нибудь. Дальше. Наушники. Monster. Sport. По Bluetooth работает. Нужен нож. Все, подурачился, хватит. У меня же серьезный канал. Хотя многие всегда пишут: Илюк, что так скучно? Что так скучно? Давай, развалилась. Черт. Коробку не разрезала, она сама развалилась. Так. О, мешочек есть. А, ну прикольно. Вот таких я еще не видел. Знаешь, здесь получается, ну, они носятся на шее. Провод довольно-таки длинный, правое ухо. Ни хрена себе тут, смотрите. Сейчас вот так вот увидите. Наушник, смотрите, какой футуристичный. Нифига себе, здоровенный. Как это в ухо-то засунуть? Управление. Здесь же заряжается. Интересно, насколько аккумулятора хватит. Но выглядит очень необычно. Ну-ка. О, пока не держится. Знаете, выглядит, конечно, большими. Из уха как торчит слишком. Я просто не могу посмотреть. А ну-ка. Это интересно выглядит. Это, знаете, как надо? О, весна пришла. На Фаня. Блин, такие затычки. Окей. Не, ну в ухо мне стало нормально. Конечно, такой нихрена себе наушничек. Называется Monster Sport Victory. Дальше. Опять моя любимая подсветка. Еще, еще и еще. Моя любимая светодиодная лента. Leaf X. В России не знаю, когда их начнут продавать. Ребят, пора завозить, чтобы все могли такой штукой пользоваться. Вот, к примеру, Nanoleaf начали привозить. Притом все. Я не знаю, кто изначально Nanoleaf возит. Дальше уже много магазинов продает. Ну, это вот подсвет, который из треугольничков. Ты что, хрен откроешь, блин? Самому не поцарапаться. У меня, как всегда, нож-то острый. Блин, закрывают ее. Вот, а Leaf X почему-то только у нас некоторые лампочки привозят, а вот светодиодную такую ленту ни хрена никто не привозит. Понятное дело, дорого. За десятку, я не знаю, кто будет покупать светодиодную ленту, но она реально крутотень. Это та вот светодиодная лента, которая сзади у меня на мониторах стоит. А вот это вот, нажимаешь, там все меняется, переливается. Сейчас эффект сделаем, перемещение. О, вот так. Вот это светодиодная лента. Выглядит она вот так вот. Здесь у нас три вот таких кусочка. Они располагаются. Блок управления, который в сеть подключается. Но нужен будет переходник, потому что здесь изначально вилка американская. Ну, дальше я доставать не буду. Там все то же самое. Вот. И вот так вот выглядит эта светодиодная лента. Ну, вот перемещается она вот так вот. То есть все уже дальше сделано с телефоном. Безумно крутая штука. Что хорошо, сразу вам скажу. Здесь что, 3M-овская вот эта вот лента, именно клейка, охрененно держит. То есть я привесил на телевизор, когда это было-то, почти год назад, что ли, ну, плюс-минус, может, чуть поменьше года, ничего не отлепляется, на мониторе то же самое. То есть выглядит это, на самом деле, потрясающе. Чуть монитор не начал крутиться, ну, ладно, что там, видимо, сбой какой-то произошел. Вот. Ничего не отклеивается, ни разу ничего не подклеивал. Лента классная. Коннектится очень просто здесь вот этими шпильками друг к другу. Все. Очень просто и очень дорого. Ну и очень, как видите, одна из, наверное, лучших подсветок на русском YouTube. Ну, кроме Алекса Гейвера. Все-таки он сам это все делает. А я это все дело покупаю. Уже готовые штуки. Вот, стоит, покупал по $50 опять, по скидке, да, а так стоит сотку. Заказывается на Амазоне можно заказать, можно у них в официальном магазине заказать, вот. Ну, как делать заказы из Америки, я думаю, сами разберетесь. Я обучением не занимаюсь. Дальше. Наушники, опять, Monster Clarity 200 BT, знаешь, Bluetooth. Где мой ножик? Опять пропал. Блютузские наушники, очень похожи на битсы,
Давайте откроем, посмотрим. Без понятия, сколько стоит. Кстати, тут вспомнил, сколько стоит этот портативный кондиционер. 18 тысяч рублей. Если кому-то интересно. Так. Наушнички Monster. Ух, необычно. О, вот так вот вам сделал, чтобы сфокусировать камеру. Смотрите, как необычно здесь сделана впадина. Ну, понятно, там лево-право подписано, но как необычно прям. Амбушюра такая. Ну, форма, точнее, стакан, чашка. По-разному можно назвать, да, амбушюра, стакан, чашка. А они такие легкие. Интересно, как звучать будут. Они прям вообще легкие. Я вообще не сказал, что у меня что-то на ушах есть. Удивительно. Интересно, может, это из-за очков? Ну, так. Как вам? Слушай, ну, первое ощущение, что они прям, они очень легкие. И, не знаю, это из-за этой формы, которая вот эта вот чашка сделана. Такое ощущение, что даже на ушах-то ничего нету. Окей. Посмотрим. Дальше. Телефон. Кстати, телефон от компании TP-Link. Есть еще двойная камера по 12 мегапикселей, 5.5 Full HD IPS, 3260 мАч аккумулятор. Называется Nephos. Необычно. Первый раз такое еще держу в руках. Ну, понятное дело, здесь напоминает, да, что-то? О, что напоминает? Пишите в комментариях, что напоминает. Сканер отпечатка, двойная камера, да. Dual lens. Главное написать, что двойная камера. Так непонятно. Вот. Ну, понятное дело, выключен, его надо заряжать. Type-C здесь, 3,5 мм. Ну так, что? Черненький, прикольно. Конечно, рамки здесь сверху, снизу такие здоровенные будут. Окей, ладно, потом посмотрим. Вот, Nephos N1. Компания TP-Link. Затестим. Дальше из необычного у меня появился коврик. Это привозили, знаете, с чем? Ух. Я не помню, с чем привозили. Это, по-моему, магазин и коврик. Что такое? Ну да. О, киберспортивный магазин. Это нифига не реклама, но пользоваться я, наверное, все равно не буду. А, Red Square, значит, с клавиатуры привозили или нет? Я не помню, с чем привозили. Я бы, конечно, выбрал более-менее просто классический черный. Я еще коврики не люблю. Либо коврик совсем большой, надо на весь стол делать. Вот, ну, окей. Выкинем. Камера, которая уже была на канале, камера 360, взял для, ну, объема, чтобы побольше распаковать. Но это все-таки распаковка камеры на 360 градусов. Такая, конечно, сомнительная штука. Вообще, если брать сами камеры 360 на любителя. Чего при помощи этих штук снимать-то? Ну, понятное дело, ты привязываешь какие-то мероприятия, может что-то стримить, извините, нос зачесался. Может что-то стримить, либо, не знаю, контент для взрослых на нее снимают. Это может быть, да, прикольно. И... А так, для домашнего использования, не знаю. Поехал в горы кататься, может прикольно привязать. Но GoPro, с другой стороны, намного прикольнее снимает. 360. В космос, если полететь, да, можно. Вот такая увесистая штучка. Реально очень нишевая. И не для каждого нужно. Все, распаковали, упаковали, дальше поехали. Ищите обзор такой штуки, уже есть на канале. По названию найдете. Док-станция HyperDrive Wireless Charger USB-C Hub. Очень прикольная штука. Если, к примеру, у тебя есть ноут с USB-C, только MacBook, и там только USB-C, то вот эта штука для тебя. Подрубаешь в этот один разъем USB-C, подключаешь сюда. Во-первых, можно поставить телефон и его здесь зарядить беспроводной зарядкой. К примеру, айфончик свой, там 10 или 8, или Samsung вообще свой поставить. И дальше компьютеру можно подрубить монитор сюда, Ethernet кабель, 3 USB, картридер будет. То есть все вот эти вот переходники, которые продаются, ну, для USB-C разъемов. Вот это то же самое, только еще с беспроводной зарядкой для телефона. Офигенная штука. Стоит 11 косарей. Кстати, на нее, наверное, в скором будущем сделаю обзор. Еще прям вчера прислали. Взял так, распаковку. Мышка Omen тоже досталась по бартеру. Буду ей пользоваться. Так что если... Вафу. На ютубчике раздают
Хоп. Во, мышка. На самом деле, да что такое-то? Вода. Напасти какое-то. Omen Mouse 600 называется. Вообще, она крутая, что она большая. То есть, она вроде она средненькая, но большая. Средненькая, но большая. Мне уже видео есть, я как раз делал рабочее место Omen. Вот не знаю, может и собрать ее тоже у себя там это, на новой студии. Здесь грузики вешаются. Очень прикольно, когда мышка тяжелая. Ну, прям ну, ощущается очень классно. Так, сама по себе, ну, обычная пластмасса. И во всем остальном это обычная мышка. Просто вот выглядит по-другому, как и все остальные мышки. Вот. Окей. Дальше. Это у нас Steadicam. Тоже есть видео на канале. Если не видели, если вы смотрите только такие штуки, подборки, большие распаковки, то, знаете, такая штука уже есть в обзорах. Очень классная упаковка, меня это реально порадовало. Смотрите, упаковка Steadicam. Но здесь смысл в том, что он с беспроводной зарядкой. Чувак, у тебя телефон поддерживает беспроводную зарядку, ты можешь одновременно снимать. Сейчас, мне кажется, это очень, кстати, популярно. Нафиг покупать большую камеру, если ты, к примеру, там не видео, какой-нибудь оператор, или там, не знаю, не видеоблогер, а просто хочешь поехать, к примеру, какой-нибудь в отпуск, что-нибудь поснимать, чтобы было красиво. И у тебя нормальный телефон, то есть нормальная камера. Ну, к примеру, то же самое, извините, там, Samsung или Apple, вот, у которых есть беспроводная зарядка. Вот. Вставляешь сюда, во-первых, стабилизируется, можно снимать как горизонтальный режим, так и вертикальный, портретный. И плюс вот здесь вот просто телефон подзаряжается, не нужно никаких проводов, все. Можно на штатив повесить, в комплекте такой вот штативчик маленький идет, очень крутая штука, мне правда понравилась, я ее себе оставил, ну потому что по бартеру все прислали. Вот. Так сегодня товара здесь половина, половина по бартеру, половину потом отдавать еще придется. Вот. Мне вот, кстати, очень понравился этот штатив. Моза, как он называется-то? Моза мини-ми. Прикольная штука. Вот. Распаковали все, что сегодня было на столе. Нравится вам подборка таких больших распаковок? Возможно, это на самом деле какой-то выход. Я что-то так посидел, подумал, что, блин, может вот делать такие большие выпуски именно про распаковку, потому что, может, кому-то интересно будут только такие варианты. И вот сейчас посмотрели, узнали, что уже там есть, к примеру, обзор на там, камеру 360, на тот же самый монитор. То есть я когда-то показывал, но, может, народ, понятное дело, что когда выкладываешь видос, в ленте смотрит, то, о, обзор телефона. Ну, а зачем мне сейчас смотреть обзор телефона? Ну, как бы есть и есть. А такие видео смотрятся уже потом по запросам. То есть, например, какой-нибудь Samsung A8 выложил недавно, даже месяц еще не прошло, там, сколько, пару недель. То есть, изначально подписчики посмотрели там, ну, примерно, может, 1020, и сейчас там уже 30 тысяч пришло просмотров просто с поисковых запросов. То есть, в интернете люди пишут, там, Samsung Galaxy A8, и видят мое видео. То есть это работает. У меня так, в принципе, весь канал практически работает. А такие видео, наверное, для постоянных зрителей, тоже так вот удобно, наверное, за один раз взять все, посмотреть, что привезли, показать, рассказать вам. Ну и также можете вот написать, что вам будет более интересно посмотреть из того, что я еще не показывал. Я не на все буду снимать видео, то есть что-то просто прислали, что-то вот я буду снимать, что-то нет. Хочу тоже ваше мнение услышать. С вами был Илья, до новых встреч, пока, что вам еще сказать. Ждите огромную распаковку техники номер 4. Она, наверное, будет не скоро, потому что мы сейчас уезжаем в путешествие по Европе на пару недель, потом еще приедем, потом меня еще ждет поездка еще в Германию, потом мы прилетим, мы еще поедем еще на машине тоже по Европе кататься. Поэтому, наверное, только, не знаю, во второй половине сентября. Вот так вот, или к концу сентября, где-то так. Что-нибудь поднакопится, обязательно вам запишу. А так, можете посмотреть мой инстаграм, ссылка в описании. Может, я, ну, скорее всего, я туда буду постить что-то с поездки и сделаю одно видео как раз про путешествие на машине в Гамбург едем. У меня было уже видео Москва-Париж на машине, мы ездили, это было в 2015 году, и вот сейчас поедем Москва-Гамбург. Хотелось бы, конечно, чаще кататься, но пока не позволяла ситуация, потому что маленький ребенок не особо любил кататься на машине. А сейчас полюбил, и все. Как бы это, ноги чешутся на педали нажать, и вот сейчас поедем. Все круто. И будем продолжать ездить. Очень хочу где-нибудь
когда-нибудь даже до Барселоны доехать на машине. Дорого, да, бензин дорогой, все дорого, но прикольно, когда на своей тачке катаешься. Ладно, все, что-то я заболтался. Спасибо, что досмотрели. Пока, ребят.